Я вітаю всіх глядачів, які приєднались до нас. Це програма «Акценти». 2019 рік вже добігає кінця, і ми починаємо потроху підбивати підсумки роботи місцевих комунальних служб і органів влади. Отже, сьогодні торкнемось теми житлово-комунальних послуг. Я рада вітати у студії моїх гостей. Це Арам Калоян, гендиректор керуючої компанії «Мрія», та Ганна Бабіна, виконуюча обов'язки директорки керуючої компанії «Місто для людей». Вітаю вас. Добрий вечір. Глядачам нагадую, що нам у студію можна зателефонувати та поставити запитання нашим гостям у прямому ефірі. Для цього працює студійний телефон, його номер зараз на екрані. Також нам можна написати у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу «Z». Долучайтесь до розмови. Отже, яким був цей рік для ваших компаній? Що було хорошого, що не дуже? Хто почне? Ну напевно, з гарного почнемо, так? Стабільно прогнозірований був, в принципі, цей рік. Так как мы в прошлом году планировали работы, практически все успели сделать. В цифрах это все опубликовано на нашем сайте и в соцсетях. Мы там чуть не через день опубликовали те работы, которые выполняли. Создали ресурсов много. Да? У нас его колл-центр, Facebook и сайт, личный кабинет, где каждый житель может ознакомиться с этими работами и проверить. С августа месяца запустили отчетность именно в квитанциях, где в августе мы опубликовали полностью там за полтора года 1,9 месяцев выполненные работы. И теперь ежемесячно мы это делаем. То есть мы отчитываемся ежемесячно, а не раз в год, как закон требует. И как показал, в принципе, наши расчеты, это с самого начала там бурлило, это много вопросов было, да, сотнями, а то тысячами звонков. А сейчас уже, дал свой эффект, потому что люди начали осознавать, если вот сравнить предыдущий год и этот год, да, что самое, может, для нас вот видимое было, это отношение самих жильцов к своему имуществу. То есть оно что-то поменялось. То есть начали более ответственно относиться, начали там интересоваться, участвовать в этом. Ну, это хорошо. Потому что когда в этом, в принципе, участвует собственник, это ему нужно в первую очередь, да? Он переживает за свое. Ну, тогда в этой в такой вот коммуникации и в таком вот отношениях, тогда будет эффект. Ганно, що можете ви сказати про вашу керуючу компанію? Про цей рік для вашої керуючої компанії, так сказати? Год отработали, я вважаю, ми хорошо, достойно. Плани, які ми робили по текущому ремонту, в принципі, ми їх практично освоїли, як ми це все хотіли. У нас теж працює контакт-центр, але він працює ізначально. Також у нас є страничка в соцсетях, тобто на страничці Facebook, де жителі можуть звернутися і одразу ж отримати інформацію. Тобто є люди, які моніторять це, відповідають, збирають інформацію, предоставляють жителям. Також у нас в цьому році те, що було для нас нове, деякі дома змогли прийняти участь в програмі «Софінанс», в чому ми їм допомагали. Что еще интересного у нас было на наших страничках, то есть тоже, чтобы быть ближе к людям, чтобы понять, где у нас есть недоработки, может, или что бы хотели жители улучшить, мы сделали соцопрос. Про це ми згодом поговоримо. Так, у нас буде про це матеріал. Давайте про планові роботи, які проводяться зараз у будинках, які вам підпорядковані. У вас. Що зараз проводиться, які роботи? Поки погода дозволяє, ми робимо навіть і ремонти кровлі, як це було видно в сюжеті. Тобто, виконуємо текущі ремонти, це кровлі, сіті, до сих пор ще виконуємо шви. Хоча, якби, зимний період вже потрібно зупинитися, але зараз ще температура дозволяє ці роботи виконувати. У нас далі діє проєкт, це ремонти під'їздів. Тобто, по заявленню жителів, або по індивідуальному договору, коли вони заключають, ми виконуємо повністю 100% ремонти під'їздів. Плани робота йдуть, все движется, так? Да? Пане Арам, у вас як справи? Ми ізначально упор робили на інженерних сетях, конструкційних елементах, тому ті плани, які ми от літнє час по кровлям, по конструкційним елементам, по швам, ми вже зробили, закончили. Може, там некоторые адреса, які виявили, осадки, там протікання. Це в порядку исключения, як можемо там устранять. А так, в основному, інженерні сети, ми собі ціль поставили там 3-4 роки поміняти повністю інженерні сети. Це холодне водопостачання, гаряче водопостачання і отоплення. В принципі, все к этому і йде. У нас є телефонний дзвінок у студію. Алло, ми вас слухаємо.
Алло. Алло. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Меня зовут Вера Ивановна. Я хочу задать вопрос. Мы платим за квартиру, платим за обслуживание дома. В нас нигде ничего не делается, во-первых. Во-вторых, делить у подъезда и кухню мне вода, и кругом. И пришла, писала инженерша и написала, что нигде никаких следов нет. Но пусть придет, она посмотрит. Маленькие дожди идут, у нас в подъезд бежит вода. И теперь, вот это платим мы за квартиру, платим за содержание дома. Из нас еще снимают комиссионные. Куда они идут и по какому приказу их снимают? Каждый раз больше. Яка ваша адреса? Яка ваша адреса? Скажіть, будь ласка. Улиця Гоголя, 161А, квартира 15. Дякую за запитання. Цей будинок підпорядкований. Місто для людей. Місто для людей, да? Що можете сказати з приводу цих запитань? Ну, комиссионные мы никакие не снимаем, то есть я не понимаю даже, о чем житель говорит. То есть в рамках того тарифа, как он есть, он видимо, постоянный. Видимо, управителя, наверное. А, ну, здесь тогда жителю просто желательно подойти к нам в офис, и ему смогут по пунктам рассказать, что какой пункт означает, согласно его тарифа. А на доме не может быть, что мы ничего не делали, просто, возможно, житель не видел этих работ, возможно, выполнялись работы по инженерным сетям, и это было в подвале, естественно, житель мог не видеть. А, также ремонт кровли, я так поняла, квартира, это первые этажи, по-моему, квартира 5, если я правильно услышала, сказали, то, соответственно, житель как бы тоже, да, не видит, потому что не над его квартирой выполнялись. Если жителю интересно узнать, что конкретно выполнилось по дому, он может или письменное обращение оставить, или подойти в наш контакт-центр на Запорожскую 2Б, где ему предоставят полную информацию. Что можете сказать загалом про уровень зношенности жилого фонда от у будинках, які підпорядковані вам? Як часто трапляються такі аварійні ситуації, котрі слід вирішувати негайно? Аварийные ситуации есть, они будут даже в тех домах, где и новые сети, да, бывают аварийные там ситуации, от этого никто не застрахован. Там нужно понимать, что есть аварийные ситуации из-за изношенной сети, есть не, как бы сказать, неответственная... Форс-мажоры. Не форс-мажоры, там этот... Неответственно само людей отношения. Людей, да, жильцов. То есть, если они все сливают от унитаза или так, ну, те вещи, которые не нужно, да, это приводит потом к плачевным последствиям. А кто виноват, ну, типа, все ж на управляющую компанию, не вовремя сделали, не так там это сделали. Хотя от этого там застраховаться невозможно. Процентом отношения износ как-то трудно говорить, потому что разные дома... Опять же, там это, да, разное было, обслуживание разное, там этот. Поэтому в целом, если судить, конечно, уже давно надо было эти ремонты делать. Капитальные ремонты, текущие ремонты. И сейчас вот мы пытаемся, ну, возобновить, как-то вот вернуть, а уже надо было начинать модернизацию этих же сетей. Да, потому что это, в первую очередь, и термомодернизация, это, ну, и конструкционных элементов в том числе, это утепление и кровли, и лифты. Поэтому нам еще предстоит работать и работать. А ну у вас як на вашому? Ну, в принципі, я согласна з Романом Івановичем. Більшість нашого жилого фонду требує капітальних ремонтів. Якщо взяти в розрізі тих домів, які ми обслуговуємо, то понятно, вот Южный микрорайон более новый, то есть там не так много проблем. А если взять как Александровский район, то есть это очень старый жилой фонд, который давно не ремонтировался, дома очень древних таких построек, есть у нас дома, которые 1906 года постройки. И понятно, что эти дома требуют особого внимания, и приходится им это уделять и максимально помогать. Не секрет, що комунальних проблем у запорізьких будинках вистачає, про це сказали і наші гості. Наші журналісти разом з представниками керуючих компаній «Місто для людей» та «Мрія» відвідали кілька адрес. Що побачили – далі у сюжеті. Цьому будинку на Соборному 29 не один десяток років. Сьогодні на дах двоповерхівки вийшли ремонтники керуючої компанії «Місто для людей». Лагодять покрівлю. У підприємстві кажуть, до них надходили заявки від мешканців. Ті скаржили, що вода під час дощу тече просто до квартир. Наш менеджер з домоуправління надходив на адреси, провів обстеження, визначив, що дані роботи необхідно виконати, оскільки на даний момент погодні умови дозволяють...
дозволяють провести ці роботи. Ми працюємо, сьогодні роботи будуть завершені мешканцям, більше не потрібно буде турбуватися про те, що волога більше не буде поступати в квартири. Тепер майстри знімають пошкоджений шифер на проблемних ділянках та роблять відповідні заміри для кріплень. Також міняють коник, так називають кутовий стик, та пелену, по якій вода у дощ чи сніг стікає до труби. Одночасно ремонти компанія виконує і за іншими адресами. Окрім даних робіт, ми паралельно виконуємо інші типи. Це і роботи на інженерних мережах, зокрема трубопроводів гарячого водопостачання, холодного водопостачання, каналізації. А залишається актуальною тема опалення. А це вже будинок на Ситова, 19, що у Комунарському районі. Мешканці багатоповерхівки розповідають, кілька років поспіль лишалися майже без опалення найхолоднішої пори. Деньги приходили платити, а тепла не було. Почему не было? Потому что износ труб был до предела. Каждый день парил. Если взять 2017 год, у нас неделю по 3-4 дня не было тепла. Вообще всю зиму. І от нарешті цього року система опалення будинку дочекалась капітального оновлення. Тут повністю замінили та ізолювали труби і поставили новий теплообмінник. Это был один из тех домов, который шел на участие в городской программе софинансирования капремонтов многоквартирных домов. Он именно и подавался на этот конкурс для того, чтобы совладельцы дома хотели полностью заменить здесь систему центрального отопления. У них действительно были большие проблемы с этим. Но по определенным обстоятельствам, независимым от нас, от управляющей компании, дом не попал в этот перечень. И тогда с жильцами дома было проговорено и решено, что мы делаем это за собственные средства, мы інвестируємо, авансируємо свої средства в ремонт системи отоплення цього дому. У компанії зазначають, такою співпрацею дуже задоволені, адже тепер мешканцям буде тепло і питання щодо нарахувань зникнуть. Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Повертаємось в студію «Акцентів». Нагадаю, сьогодні спілкуємося з керівниками керуючих компаній «Мрія» та «Місто для людей». Глядачі можуть телефонувати і ставити свої запитання у студії. Отже, які головні проблеми зимового періоду? От, з чим найчастіше доводиться стикатись? Давайте, пане Арам. Скажімо так, проблема в сетях, отопление, наверное, скорее всего, не внутридомовых, наверное, скорее всего, в магистральных. Потому что когда что-то случается, в котельне или в магистральных это трубу, это все потом отображается в домах, то бишь, на нас. Поэтому в основном, в принципе, пока нормально. У вас как? Опять же, изношенность сети, то есть приходится выполнять и ремонтные работы, и, соответственно, случаются аварии. Также были неприятные ситуации на наших домах, правда, с этим мы столкнулись в прошлом году. Разворовывали сети, то есть вандализм, пробирались неизвестные лица, вырезали запорную арматуру, вырезали даже сами трубопроводы, и приходилось это все заново восстанавливать, чтобы жителям подать тепло. На цей телефонний дзвінок у студію. Алло, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Да, ви в ефірі. Здравствуйте, меня зовут Мария, я проживаю в доме по адресу Полякова 5Б. В этом году мы заключили детальный договор с управляющей компанией «Мрия». В прошлом году управляющая компания поменяла нам все сети, якобы с ней все в порядке. При заключении детального договора мы договорились, что нам должны отремонтировать ливневую канализацию, а также сделать желобал. Обещали провести работы еще в ноябре, работы не были проведены, и плюс в этом выходе и наши жильцы спустились в подвал и обнаружили, что в одном из подъездов просто течка канализации. Токи собираются. Хотелось бы узнать, почему происходят такие ситуации, даже после того, как мы пошли на встречу и заключили индивидуальный договор. Дякую за питание. Насчет канализации, если это аварийная ситуация, надо было там позвонить в колл-центр. Прочистили. Насчет второй ситуации, то бишь первая, когда там это, да, ливневая канализация. Разберемся, дадим обратную связь. Потому что, может быть, одна из причин просто неблагоприятные погодные условия. В ноябре такие виды работы, если они масштабные, не смогли там это закончить вовремя. Поэтому, Мария, дадим обратную связь, свяжемся с вами.
Ганно, ви казали, що от ваш житловий фонд, він доволі зношений, тому що це Олександрівський район частково, так? А чи впливає оця зношеність житлового фонду на формування тарифу? Як взагалі він формується? Ні, смотрите, ну, тариф, во-первых, був изначально сформирован, да, то есть, да, и мы заходили уже по этому тарифу. Мы его не меняем. Мы и изменить его можем только по инициативе жителей, если они заключают индивидуальный договор. То есть мы можем либо на какую-то статью там корректировку произвести, там, как в положительную сторону, то есть, может, жители хотят больше, допустим, на статью текущего ремонта, или же, наоборот, в сторону уменьшения. То есть тариф рассчитан был еще изначально, рассчитан он был не нами, то есть мы приняли участие в конкурсе, и мы его не меняем, то есть он как и был изначально. Тариф формировался не от того, как изношены сети, а от технических характеристик на доме, то есть от протяжности трубопроводов, от объемов, кровель. Поэтому, ну, было техническое задание в конкурсной документации, от которого мы исходили и просчитали. Ну, и на конкурсе же эти же, ну, как говорится, не тариф, а стоимость услуги. Поэтому, а в дальнейшем там то ли уменьшение, то ли увеличение, только напрямую общее собрание совладельцев, и они вправе только решать. Спочатку цього року почав діяти новий закон про ЖКГ. Відтак, люди, тепер мешканці будинків, можуть обирати компанію керуючу або відмовлятися від її послуг. Це, мені здається, сприяє здоровій конкуренції на ринку. Чи проводите ви якусь інформаційну роз'яснювальну кампанію, щоб заохотити людей звернутися саме до вас по послуги? Звісно. Яку саме? Як ви її проводите? Ну, у нас зараз, виходить, крім от этого конкурсу, на конкурсі, договірних отношений, дуже часто, от Полякова 5Б, теж, там, от Аніна, заключили прямий договор, ну, що це там договор, який поміняли условия предыдущего договора, де там чітко написали, що ми повинні зі своєї сторони зробити, да, а совладельцы, понятно, там, що повинні зробити. Так, так же само ми і ОСББ, і другим там, ну, домам, как говорится, приглашаем, говорим, давайте, можно взаимовыгодно сотрудничать. Мы можем тоже оказывать эти услуги намного дешевле, качественно. То есть рынок заработал, ну, не в этом году, а еще 2 года назад этот рынок заработал на рынке как минимум там, порядка 6-7 компаний, ну, таких крупных, да, еще с десяток там маленьких. То есть конкуренция есть. То есть сами там жильцы... Да, жильцы, они имеют право выбрать в любой момент, если что-то не устраивает, ну, поменяли, посмотрели, а, как говорится, все познается в сравнении. У одних попробовали, у других попробовали, ну, у третьих может останавливаться. Ну, поэтому, то это вполне нормально, хорошо. Ну, мы в этом направлении тоже ведем работу. У нас есть менеджера по развитию, которые, во-первых, на наших домах доводят информацию до жителей, что они имеют право заключить индивидуальный договор. Они рассказывают плюсы этих договорных отношений. И также, да, работаем с домами ОСББ, то есть с другими домами, которые не в нашем обслуживании. И если им становится интересно, заключаем с ними индивидуальные договора. То есть это уже не по конкурсу, а наши прямые договора. Угу. До речі, знаю, що ваша компанія пропонує мешканцям поскаржитись на якісь проблеми житлові за допомогою невеличкого опитування на сайті. Ми маємо про це коментар, як це працює. Давайте послухаємо. Ми розмістили форму зворотнього зв'язку для наших клієнтів на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. Також ця функція буде доступна на нашому сайті. Це нова можливість для наших клієнтів перевірити, що який статус у їх заявки. У цю форму клієнт має внести номер звернення, запросити інформацію, яка його турбує. Частіше за все це інформація щодо терміну виконання робіт. Всі ці заявки ми фіксуємо у таблицю, щотижня передаємо на виконавця робіт, він по кожній заявці має сказати, якщо це невеликий об'єм робіт, то коли вона буде виконана. Якщо це масштабні роботи, тобто потрібно провести поточний ремонт, наприклад, конструктивних елементів чи інженерних мереж, ми маємо визначити чітко визначити термін виконання робіт і надати клієнту відповідь, коли саме буде виконані ці роботи. Поки що заявки надходять саме з соціальної мережі, люди активно почали відправляти свої запити, ми ось тестуємо, перевіряємо. Тривають акценти, отже, чи багато людей вже заповнили цю форму і на що передусім скаржаться?
Не, ну, жители, в принципе, поначалу не сильно активно принимали участие. Ну, может, еще не все как бы поняли, что мы от них хотели. Наверное, программа эта у нас действует, ну, около полутора месяцев. Вот первые две недели как-то было неактивное участие. А сейчас, ну, в принципе, они больше уже начали заполнять, начали обращаться. Ну, наверное, в каких-то цифрах я не проговорю, сколько это жителей, да. У вас какие проблемы, передусім? Ну, проблема там больше... Там есть перелик, можно выбрать. Да, які. Да. Ну, в основном это конструктивные элементы и инженерные сети. То есть, потому что жилой фонд в основном требует капитального ремонта, так как капитальные ремонты мы выполнять не можем, ну и как бы делаются они сильно активно. Они, понятно, что жители обращаются, они хотят, чтобы им помогли, обращений много, но зато они получают обратную связь, и мы сможем проанализировать все-таки, да, в каком русле нам больше двигаться, вынести из этого какой-то урок, может, проанализировать, и дальше вот при планировании 2020 года, по крайней мере, у нас будет уже понимание, кто на что больше, ну, обращает внимание, и где нам больше нужно уделить жителям внимание этому. Угу. Компанія «Мрія» планує чи проводить вже проводимо якісь взаємодії? Ми проводимо вже год-полтора. В Фейсбуці регулярно, кожні 3-4 місяці опрос. Да, перші опроси як-то, ну, не дуже... Вони були там хороші, тому що, ну, участвували, розумієте... Багато там, скарг було. Так би сказати, так, 20-30 чоловік, ну, і процентне отношення, яке, ну, і то... в опросі участвували ті жителі, які, як говориться, традиційно недовольні всім, да? Ті, хто поэтому задоволені, зазвичай не скажуть ні на що і взагалі, да, не там не все устраивает, все нормально. Ну, ми, кроме как в Фейсбуке, теж там регулярно прозваниваем, есть какая-то обратная связь с жильцами, и даже проверяем тот же самый там мастер, который ответственно за этот дом вот ведет, да, а удовлетворяет для, ну, их, ну, скажем, общение. Ну, с этим мастером там, это, ну, коммуникация налажена или нет. То есть, ну, работаем. Ну, это, как говорится, обратная связь от жильцов. На этом можно же выстроить грамотную там стратегию компании. Угу. Поэтому, ну, постоянно это делаем. Чи часто відмовляються від ваших послуг? Скажімо так, чи частіше, ніж раніше, чи, можливо, якось, ну, тенденцію можете якось послужити? Ну, статистика, можна, от цифри, які ми, вона опублікована, понятно, где-то 40-46 ОСББ, ну, домов, за это время, за два года, ну, решили самостоятельно. То есть, если у нас было 900 домов за, ну, там, по конкурсу, мы порядка где-то 170-200 там домов односторонних, то есть от нашей стороны там мы отказались, потому что это фактически де-факто были, ну, одноэтажные дома, ну, как частный дом, частный сектор, забором огорожен, то есть мы там ничего не могли сделать, то есть в наших услугах не нуждались. То есть мы так вот оптимизировались. А 46 домов ОСББ, ну, создали сами, ну, управляют. Ну, сейчас осталось вот порядка там 460 домов, то есть это 10% от того, ну, объема. То есть за два года, ну, много или мало, ну, как бы оно ни было, но все равно там, если совладельцы решили так, ну, хорошо, они имеют на это право, пожалуйста. Угу. То ли или выбрали другого управителя, или ОСББ создали, и тем же самым они, ну, управляют своей же собственностью, да, это хорошо. То есть, может, как раз это, ну, они вложат, они, но все равно там это им влаживать, да, это ж их деньги, там влаживать свою же собственность. Пускай. Місто для людей веде якусь статистику подібну? Яка, да, тенденція? Ну, у нас теж, наверное, процентів 7-8 ушло домов. Процентов 50 из этих, да, домов, которые ушли, это в основном у нас тоже Александровский район, как раз где вот тоже маленькие одноэтажные домики, по сути, они как бы и не должны были попадать на конкурс, потому что они обособлены, там жители свой устой, и, ну, им неинтересно, да, они сами выполняют все эти работы. Ну, а так как, да, вступил в силу новый закон ЖКП, то, естественно, дома, рынок, конкуренция, и дома пробуют, переходят в самоуправление, есть дома переход, есть, которые создают ОСББ, дома, которые переходят в другие компании, ну, не без этого. Ну, при всем при этом мы тоже привлекаем новые дома, то есть балансируем, то есть уход, приход. Ничего плохого, да, нету, все нормально, люди должны понять, правильно, правило, ну, там, скажем, выбор. Тут так, тут так, тут так. Поэтому, если кто-то говорит, что мы как-то, у нас, не, ну, скажем, не желаем, чтобы дома от нас уходили, наоборот,
лучше пускай оно уйдут, вложат пока средства. Пока идут да, от нас. Уху, там средства не уйдут назад, а попробуют. Потому что, когда не попробовали, всегда мы виноваты. Да, то не так, то это не так. Там. А когда попробуют сами, так тем более еще свои средства вложат. Ну, хорошо, потом там через несколько лет может и вернуться. Придут сказать, ну, мы тут уже все сделали. Надо нам оптимизировать затраты. Потому что, как уже показала практика и финансы, мы же отчеты вот публикуем в квитанциях, да, вот у нас дешевле все равно. Вот у нас там даже с этой вот комиссионной, как ну сказал, но это не комиссионная, а вознаграждение управителя. Сказал бы при конкуренции своей, что у вас дешевше. Не-не-не, я имею в виду дешевле, там этот, ну, у других, ну, в частности, вот ОСББ, посчитается ОСББ, это эталон, ну, типа, минимальных там расходов, ну, там от 40-45% и выше, ну, на административное там это вот управление, тут это зарплата председателя, бухгалтера и там канцелярские вещи, а у нас до 35%. То есть 25% это административные там расходы, и 10% это же вознаграждение. Ну, то же самое ситуация у МДЛ, в принципе, у ЗРС. Понимаете, потому что чем компания большая, тем меньше расходная часть на содержание управления. Ну, это естественно. Угу. На свой телефонный звонок у студию. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго вечера. Я хотела вопрос задать Марии. Слушаюсь. Недели три назад по Алексу, когда присутствовал Борода, я задала вопрос, что мы живем в Говорухе 20-85, у нас крыша до третьего этажа течет после ремонта в сентябре прошлого года. Мастер в августе мне позвонила и сказала, что подрядчик готов переделать. Борода сказал, я посмотрю. Мне сказали после этого, что это у вас течет вытяжка, но мне все равно, что у меня течет. Мы ремонт делали за свои деньги, и мы платим 5-й, 4-й, 3-й, кого топит. Долгов нету, но ничего не делается. Дякую за питание. А ремонт, я сама собирала деньги и знаю, сколько чего надо. Выступила менеджер и сказала, что ремонт мы можем вам после пожара сделать в подъезде простысяч. Я ей могу сказать, сколько чего надо, у меня список от прошлого ремонта остался. И сколько, я посчитала, сейчас пойдет, я не знаю, с какого потолка, 40 тысяч она взяла. Габриэла, я не помню дальше ее менеджера. Спасибо за внимание. Дякую за питание. Ну, это опять нужно точечно разобраться, потому что иногда... Если мы эти работы выполняли, то, конечно, там это надо устранять. Но иногда бывает, там, когда по капитальному ремонту, то есть через департамент, эти работы выполнялись, не, скажем, иногда некачественно, то почему-то вот нас в этом винят. Разберемся, тоже дадим обратную связь. Мы зачастую, если есть какие-то вот проблемы, ну, такой вот наши подрядчики там выполняют, ну, устраняется очень оперативно. Звернутись краще до вашого кол-центру, так я розумію? Да, да, любі дзвінки, які ну, зв'язані так чи інакше, там, этот, напрямую до наш кол-центр, там круглосуточно працює, та ставить заявки. Ми раніше згадували про опитування для мешканців, але ж основним способом повідомити про проблеми в будинку лишається зв'язок через кол-центр. Наші журналісти поспілкувалися з працівниками кол-центрів обох компаній. Що дізнались, дивимось. Наши клиенты обращаются к нам по круглосуточным номерам телефонов. У нас есть все подключенные операторы, Киевстар, Лайф, МТС, городские линии. В любое время суток наш клиент может к нам обратиться для оформления своего обращения или пожелания. В среднем мы принимаем около 200 звонков за сутки. Это касается в обычный период, не в отопительный. В отопительный период, естественно, число обращений населения значительно увеличивается. Ну и вообще часто зависит от погодных условий, количества входящих звонков. Оператор принимает обращение от жильца. Далее оно передается в работу непосредственному исполнителю. Исполнитель выходит на обследование, дефектует стоимость, вид выполнения работ, после чего сообщает эту информацию обратно в информационную службу, и оператор доносит эту информацию уже до непосредственно клиента. Обязателен обратный звонок заявителю по факту выполнения заявки без подтверждения
выполнение работ заявителем. Оператор не может закрыть заявку. В случае спорных вопросов и прочего он возвращает ее в работу исполнителю. Колл-центр – это удаленная, да, работа в аутсорсинге. Находятся они в Киеве, диспетчера. Колл-центр – это один из важных каналов обслуживания наших клиентов. Диспетчера колл-центра работают в режиме онлайн круглосуточно 24/7. Регистрация заявки происходит при звонке клиента. Клиента получает номер входящей заявки. После этого диспетчер присваивает ей степень критичности, то либо это аварийная заявка, либо это плановая, да, она сразу вносится в общую украинскую систему нашу, единой базы заявок, и непосредственно попадает уже исполнителю для того, чтобы он ее взял в работу. Либо это аварийная служба, либо это плановая работа плановых дневных сотрудников. Если это критический период, там, запуск отопления, да, или там дожди, то большой, как бы, объем заявок. Если это, как бы, стандартно плановые заявки, їх менше. Повертаємось в студію акцентів. У нас тут свій кол-центр. Нам телефонують глядачі і ставлять свої запитання нашим гостям. Отже, у нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора, ви в ефірі. Здравствуйте. Я хотела бы такой вопрос задать. Я отдавала, нас обслуживает лифта для людей, вот, фирма. Давала заявку. У нас в подъезде побиты стекла. И весь холод, особенно когда были морозы, мне прямо в дверь, потому что они на двери напротив. Вот, уже 3 раза записывают, а реакции никакой. Ну, всю зиму. Перед этим старшая по подъезду давала несколько раз. То же самое, никакой реакции. Ну, вообще ничего не делает подъезды. Ужасно, я живу по улице Лахтинской, 19. Квартира у меня 58. Дякую за запитання. Пані Ганно, будете розбиратись? Да, нужно, чтобы мастер дал информацию. Я думаю, мастер там уже был. То есть выясним, почему до сих пор не сделано, если жители уже неоднократно обращались к нам. Так що, я думаю, в ближайшее время они дождутся выполнения работы. Угу. До речі, повернемося, власне, до вашого кол-центру. Чому так незвично побудована його робота? Чому от у Києві на аутсорсі ця робота ведеться? Потому что у нас группа, ну вот компания, да, у нас группа компаний по разным городам. И, соответственно, было принято решение, что у нас диспетчера находятся в одном месте, но принимают для всех городов, в которых работает место для людей Запорожья. Потом эти заявки, они онлайн попадают уже на ответственных, и мы их видим, то есть она только создала заявочку, буквально проходит минута, и эту заявку уже видит ответственный человек. Наскільки взагалі швидко ведеться робота з цими заявками, пане Ерам? Смотри, какой характер там это заявки. Если это аварийно, то, конечно, это сразу у нас есть, собственно, аварийная там эта служба. Мы вынуждены были его создать, потому что, чтобы оперативнее реагировать, уменьшить время реагирования и устранения этих же заявок. Если же касается планового, ну, какого-то характера, да, вот нужно там этот кровлю там сделать, поменять. То есть это же не аварийная часть, ну, или там, скажем, есть намокание. Тогда, да, это в планы устанавливается согласно остаток, ну, денежных средств на доме, потому что мы ведем там подомовой учет, а не вообще, да, там это, если есть средства там это на доме, тогда в ближайшее время, если нет, по мере накопления. То есть все-таки в любом случае мы это информируем, жильцов показываем, ближайшие на квартал, какие там планы мы запланировали. Мы 2 месяца назад опубликовали вообще план перспективного развития дома на 5 лет, 2020-2025. То есть полностью туда включили все, что возможно было, и в том числе пожелания по заявкам жильцов, которые поступили у нас в течение 2 года на 2 лет на колл-центр, сформировали по приоритетности, разложили и показали. Я бы хотел просто обратиться, вот, ну, женщина звонила, там это, да, не нужно дожидаться эфиров телевидения, чтобы там позвонить, что-то, да. Достаточно на наш колл-центр позвонить, если вы не получили ответа или не были услышаны. Позвоните и скажите, передайте эту просьбу или это сообщение лично генеральному директору. Ну и поверьте, оно до меня дойдет.
Дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Успіхів вам і до побачення. Це були акценти. Залишайтеся у компанії з телеканалом Z. Адже попереду випуск новин, а о 18:30 програма про головне. Сьогодні у студії Олександр Коваленко разом з експертами поговорить про те, наскільки успішним був цей рік для Запоріжжя. І які прогнози щодо міського бюджету 2020. Неодмінно дочекайтесь. Я кажу вам до зустрічі завтра. Хай щастить!